Ликвидаторы Чернобыльской аварии – это люди, которые ценой собственной жизни и здоровья сделали все возможное, чтобы сдержать последствия катастрофы. Военным комиссариатом города Искитим была призвана и направлена на ликвидацию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 104 человека. 19 человек были награждены медалью «За отвагу». Для искитимских чернобыльцев число 31 в этом году имеет трагическую особенность. Такое совпадение – 31 год и 31 человек наш однополчанин, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ушел из нашей жизни. Всех погибших Игорь Федорович назвал поименно. Их память почтили минутой молчания. Сегодня у военкомата собрались все, кто имеет отношение к ликвидации последствий аварии. Вспоминают погибших и благодарят здравствующих. В день, когда мы вспоминаем тех, кого сегодня уже нет с нами, хочется в первую очередь сказать слова благодарности тем, кто собрался сегодня здесь, тем, кто собрался сегодня в других городах. Спасибо вам. Спасибо за вашу смелость. По традиции, в завершении митинга присутствующие возложили цветы к памятнику жертвам радиационных катастроф.